Подготовить сегодняшний выпуск вынудили меня отдельные граждане, которые так и цитируют в извращенной форме термин «хач» или «хачик». Ну, начнем, пожалуй, с одного поста, который был в социальной сети азербайджанской. Он сейчас перед вами, и здесь вот товарищи пишут. Слово «крест» на тюркских языках и на языке первых христиан. И перечисляют «тюркче хач», «тюркменче хач», «узбекча хош» и так далее, и так далее. Ну, имеется в виду якобы, что вот во всех тюркских языках «хач» — это «хач», то есть это тюркское слово «крест». А вот армяне якобы подразумеваются, раз первые христиане, значит, заимствовали это слово. Хотя сразу хочу заметить этим малограмотным, скажем так, мягко, людям, армяне не первые христиане. Первые христиане – это евреи. А вот что Армения признала христианство в качестве государственной религии и первое это сделала, это да, это так. Но армяне не есть первые христиане. Да и вообще, как это можно было такой пост вообще ставить, говорить об этом? Все эти перечисленные народы возникли кто в 20 веке, кто в 19 веке, кто в 18 веке. Сформировались как народы под такими вот названиями. И эти самые народы далеко не христиане, большинство из них. И как вы думаете, было бы правильно, что у них есть такое слово «хач» – крест, а у армян христианство, которое зародилось в 301 году, с тех пор не было термина «крест». Они ждали, когда придут тюркские орды в Закавказье и подскажут им, что это за геометрическая фигура. Ну что ж, давайте начнем и более разъясним, что есть что, и что такое «хач». Есть такая замечательная наука, пожалуй, надо, наверное, начать с нее. Называется эта наука этимология. К примеру, каждый из нас любит покопаться в своей родословной, это правда. Своей фамилии, узнать, кто были его предки и почему носит он ту или иную фамилию. Эта наука называется ономастика. Она может быть тесно связана с генеалогическим древом. Также есть наука топонимика, изучающая названия городов и стран. И нам также порой бывает интересно, почему наш город назван так, а не иначе. К примеру, Ставрополь. Почему назван не, например, Холмогорском? Ведь город на холме, а именно каким-то нерусским словом Ставрополь. И мы начинаем, как правило, искать корень и узнаем это греческое название от окончания полис, город. Сравните с Севастополем, Симферополем, Мариуполем и так далее. И Ставрос, крест по-гречески. Практически подавляющее количество христианских народностей крест именуют одинаково. Славянские, германские, романские народы говорят крус, крос, крейц, круа, крест, крист и так далее. Тут этимология объясняется просто. Славяно-германо-романские народности позже приняли христианство, не стали заморачиваться с названием символики и назвали эту символику по имени Иисуса Мессии, Иисуса Помазанника, что в переводе с греческого означает «Христос». И возникли существительные – крест, крос, крист и прочие производные. Интереснее обстоят дела с народностями, которые первыми христианизировались, и крест называют иначе – не Христом. Например, те же греки – «ставрос», что в переводе с древнегреческого означает всего лишь «столб». Или на эфиопском «месикелу», что означает «судьба». Сравните с русским синонимом «крест» как «судьба», «нести свой крест».
египетские христиане, копты, которые тоже одни из первых приняли христианство, тоже именуют крест иначе. Говорят «анха». Ничего не напоминает? Верно, символика в виде креста у них была и до христианства в Древнем Египте. Ее называли «анха», где круг обозначал бога солнца. В отношении христианской символики название символа так и осталось – «анха». На грузинском крест «джварии» здесь этимология носит гидронимический, скорее, характер и берет свое начало с дохристианской Грузии «джварии». Изначально место, где встречаются между собой реки Кура и Арагви, образуя крест. Или форму греческой буквы «тау», напоминающей тот столб, на котором был распят Христос Иисус. Такая необычная форма рек и дала в последующем название находящегося прямо здесь, в местечке Джвари, монастырю начала 7 века, храм креста, храм Джвари, если на современный манер. Да и сам храм имеет форму креста. Ассирийцы, как одни из ранних христиан, тоже именуют свой термин в отношении креста – слыва. Этимология та же, что и у греков – ставрос – столб. Ну и, наконец, армянский крест – хач, на котором остановлюсь более подробно, потому что, первое, армяне первыми в мире провозгласили христианство государственной религией, а значит, ряд христианской терминологии имеет собственные этимологические качества, как, например, Макартвель, Арутюн, Асаракутюн, Аракел, Хач и так далее. И второе, армянский термин «хач» стал символикой креста для подавляющего большинства тюркских и ряда иранских народностей, как и ассирийская слыва. Теперь разложу по полочкам все эти три пункта, ответив на вопросы, откуда, почему и как сложилось. Хач, крест, имеет исконную армянскую этимологию и в дохристианские времена означал ствол дерева. Вспомните греческий ставрос и ассирийский слыва, о котором я говорил и который означал столб. Эти столбы носили на себе каторжники, рабы на спине в качестве наказания. Если обратить внимание, как они несли эти столбы, то можно провести аналогию с Иисусом Христом, носящим свой столб, он же крест, на Голгофу. И не только Иисус, но и все каторжники Римской империи. Армянская хач, ствол, столб, как я уже говорил, имеет древнеармянские корни, и у него есть основа протоиндоевропейская или протоарийская, если угодно, на котором словом «хатти» называли ствол дерева. Отсюда и производные староиранского «хада» – длинная палка, литовского «кать» – деревянная рукоятка, древнеиндийская на санскрите «хача» – ствол. Так вот, это старинное слово у армян, доставшееся в наследство от своих протоиндоевропейских предков, хач, и дало название христианской символике кресту – хачу, который, подобно каторжникам и рабам, нес на себе столб Иисус Христос и был распят на нем. Кстати, само распятие на армянском языке – хачулутюн, иначе говоря, человек, каторжник, распятый на столбе. Любопытно, что у армян есть и другой термин обозначения креста. Макрат – крестообразная фигура. Только в современном армянском его значение немного утеряно. Лишь в слове «крещение» – макартутюн – оно сохранилось. Есть еще в существительном, который не имеет отношения к крещению. Например, макрат – ножницы. На первый взгляд, никакой связи. Ножницы как ножницы. Но если раздвоить ножницы, то мы увидим этот самый крест.
Кстати говоря, армянские цирюльники и швецы, которые были известны своими ремеслами, распространили это слово по Ближнему Востоку. То же случилось и с термином «хач». Армения то теряла свою независимость, то вновь приобретала, но с древних времен она оставалась на своем месте, о чем говорят все древние карты и летописи историографов, и рядом находились ираноязычные народы. Когда Армения приняла христианство и обзавелась собственной христианской терминологией, соседние ираноязычные народы стали ассоциировать христианство с армянами, так как они были единственными в регионе христианами, почитавшими символику двух пересекающихся отрезков, которые армяне называли хач. Так и иранские народы стали называть эту, если хотите, геометрическую фигуру. Если заглянуть в этимологический словарь персидского языка, то там так и написано «хач» – происхождение слова армянское. Впервые было распространено после возведения монастыря Сурбхач в Джульфе, а позже и в Исфахане. Дальше больше. Во время распространения тюркских орд по всему Иранскому Востоку иранские языки оставили значительный след в языках тюркских племен. Тюркам от иранцев достались сотни иранских слов, так как влияние было огромным. И все эти слова носили оседлый характер. Кроме таких иранских слов, как «ватан» – «родина», «дост» – «друг», «мейдан» – «площадь», «астан» – «страна», «земля», сравните с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и прочим. Сабзи – овощи, нан – хлеб, мейве – фрукты и так далее и тому подобное. Так что хач к иранцам перешел из армянского языка, а от иранцев уже к тюркам. То же самое произошло с ассирийским слыба – крест. Этот исконно ассирийский термин, обозначающий имя крест, был перенят арабами, ближайшими соседями ассирийцев и их семитскими кузенами. Арабы называли крест и сейчас называют слыб. Ислам – младшее христианство почти на 600 лет. И с распространения арабского халифата, а вместе с ним и ислама, народы, принявшие ислам, переняли и многие арабские слова, в том числе и те же иранцы. Современный фарси отличается от древнеперсидского тем, что там кишат арабизмы. Поэтому наряду с армянским хач в современном фарси потребляют ассирийское слыва, доставшееся им через арабский слыб. И говорят на персидский манер салиб. Теперь подведем итог. Да, кстати, грузины тоже, кроме джвари, еще и говорят хачи. До сих пор в некоторых местах. Подведем итог. На распространение термина, обозначающего крест, повлияли три народа. Греки, армяне и ассирийцы. Греческий Христос, помазанник, стал исходным для европейских языков. Отсюда и крест, крест, кросс, крейц и так далее. Ассирийский слыва стал исходником для арабов и ряды ираноязычных народов, а армянский хач стал исходником для ряда ираноязычных народов, такие как курды, зазайки, луры и тюркские народы, соприкасавшиеся с иранцами. Кстати, хочу заметить, что не только еще тюркскими народами, но и ряда кавказских народов. Вот вам и весь, впрочем, расклад разжевано. Скажу больше. Армяне – одни из немногих народов, которые не только крест обозначают двумя терминами – хач и мекра, но и Библию. Аствацашунч называют армяне Библию, что в дословном переводе – Божье дыхание, Богодохновение. Азербайджан, ведущий против армян информационную войну, распространяет бред, полагаясь на неопытного или малограмотного в вопросах истории и этимологии читателя, порой забывая о том, что есть рукописи и карты, составленные задолго до появления азербайджанцев и тюркских орд в регионе.
И составлены они армянскими хронописцами, ассирийскими, греческими, персидскими, европейскими. Перечеркивая все это только потому, чтобы доказать, чей Карабах, и омолодить армянский народ, только наглядно демонстрируют откровенную арменофобию и маразм, рассеивающий властями Азербайджана, прежде всего для внутренней аудитории. И напоследок я бы хотел бы вам рассказать о том, что у нас вышел очередной календарь вокруг света армянского. Те, кто приобретал этот календарь за 2019 год, им понравилось, судя по их письмам, и я решил сделать на 2020 год. А здесь, как и в прошлом году, также собрано много интересной информации из жизни мирового армянства, открытия ученых армянских в разных странах мира по дням и месяцам, и в области культуры, искусства, и из области истории. Здесь буквально все. Ну, кто приобретал, те знают. Поэтому, если вы хотите сделать заказ, сделайте это обязательно. Под этим самым видео будет, значит, координаты, куда обратиться и как его заказать. Приобретайте, надеюсь, он вас будет также радовать круглый год, как вас радовал календарь вокруг света армянского за 2019 год. Ну а сейчас до свидания. На будущей неделе обязательно встретимся.